Эй, всем привет, ребята, с вами Мордерсан. Дайн Клайн за Фаллобим продолжаем. Дело ближется, как я понимаю, к развязке. В предыдущей части вот я был на зернохранилище, ссылочка в верхнем левом углу. Нашел там этого человека, блин. Там, короче, полная жесть была. Посмотрите по ссылочке, не пожалеете. Так, добрался я до маяка. Кстати, вот я машинки вот нашел здесь. Винтовочные патроны, это у меня патронов совсем не было. Сейчас у меня вот 73 патрончика. Правда, я перезарядился, все нормально. Так, нам нужно забраться на маяка. Там вот. В предыдущей части я попытался там внутри по лестнице пробраться. Там, естественно, закрыто, то есть надо воспользоваться окошкой и где-то в одном из этих окошек. Короче, одно из этих окон должно быть, короче, открыто. Я понимаю. Так, оп, хорошо, так. Отлично. Тут, короче, нужны навыки паркура. О, во. Погоди, погоди, куда ты? Йо. Вот что-то он, конечно, тупит. Но это, по-моему, то окно, из которого я вылез. Там, кстати, закрыто, надо другое искать. Так. А, сюда нет. И сюда нет. Значит, что? Блин, а как ему вот... Погоди, спуститься на более нижнее. Во-во-во, так, наверное. Так. Ага, туда вот можно. Не. Так. Туда нет, да? Очень интересно. А, вот так вот ты можешь, все здорово. Оп, молодца. Так, может это? Нет, это закрыто. Ха-ха-ха-ха. Так, Во. Будем дальше смотреть. Вот там еще окошко есть, да? Вроде как. Ага, не тут-то было. Далековато. Во. Ну-ка. Ну-ка. Посмотрим, кто здесь живет. Вы приближаетесь к развязке The Following. Эта часть, эта часть проходится в режиме одиночной игры. В пригород вы сможете вернуться только после завершения игры и загрузки последнего сохранения. Хотите продолжить? Конечно, хотим. А как же? Опа! Фига. Знакомая личность. Khan, that's me. So turn me loose, hey? What the fuck? It was you. You're working with Ryze's bandits. Where is it, you son of a bitch? Where the hell is the cure? What? You're crazy. Где вакцина, мать твою? Khan, where is it? Look, I just need you, all right? I don't know shit about working with bandits. Boss, врёшь ты, сука, врёшь. Вон тебе по рации звонят. Who's speaking? Шеф, он еще и шеф у них, нифига себе. Ну ты скотинка. Зачем меня искать, я здесь. Мочи его к черту, мочи. Hawkins Group, where are they heading? Tell me. To the dam, the priest said the entrance was in the dam. Я с тобой закончу. Мочи его нафиг. Опа, нифига, что это было? Офигеть, они с ракетами стреляют. Вот даю. Опа. Нифига. Нормально. Взяли башню, разрушили, да? Вау. Ое. Нифига. Так, где я? Find him! Show me the goddamn corpse. Ага, возьмите капсулы. Хорошо. Тихо. Патрошки взяли. Ноги. Да еб. Где он?
Да ёй! Ай! Не хватило чуть-чуть перезарядиться. Жалко. Так, с какого момента? О, с этого пойдет, нормально. Хоть недалеко. Откинуло. Где он? Не зависай. Так, ноги, блин! Вот реально их поаккуратно по одному перестрелять. Где они там? Надо обойти. Патроны. Классно. Еще патроны. Бери. Пусть там стреляют, сейчас мы их сзади попробуем убить. Сука! Ай! Да ешь! Блин, не так-то просто, блин. Так, заходим в инвентарь. Где-то я себе гранаты сделал. Как раз. Буквально вот перед игрой. Где они? А вот, самодельная граната же есть она у меня. Так, вот я переключился на самодельную гранату. Так, есть еще клавиша Q, смотрите. Нажимаешь, и видно, где они находятся, эти силуэтики. Вот, так-то уже легче немножко. Лови! Зараза. Ай-яй. Блин, у меня винтовочный патрон еще кончится. Досада какая, а? Вот же патроны есть, бери. Не надо вставать, бери патроны. Так, хорошо. Где-то патрошки еще были. Все же что ли? О, взял. Вот он сидит. Хорошо. Просто замечательно. Ой. Смешной выживший, это хорошо выживший. Да сдохни ты уже. Что, капсулу типа я взял, да? На автомате что ли где-то подобрал? А, нет, капсулу надо взять. Вопрос, где? Там где-то? Не у тебя? Нет. Вот, короче, капсулу нашел я. Вот около этого трупа укрыванного. В этом ящике. Мимо него проходил что-то, я не замечал. Тут что у нас? Ага, все капсулы надо взять. Так. Горите в аду, сволочи. Это точно. О, нет. This is Crane. Do you copy? Как слышно? The files are gone. I saved only the last few of them, and Rise's men are coming to you. Do you hear me? Crane, come here fast. Come quickly. Hello. Shit. Надо поспешить. I better hurry. Покажите входа плотины раньше, чем бандитам. Блин. Так, погнали. Несколько раз уже пытался проехать на время. Бесполезно, никак не могу. Один раз даже почти добрался уже до места. Вернее, не почти, а добра... Ай, дороги.
Вау. Добрался до места, короче. Там на машине перевернулся и погиб у самой станции. Очередная попытка. Ой-ю. Сделал совсем на этот. Супер нитро сделал себе на машине, то есть супер ускорение. Так, здесь. Второй прыжок. Газу. Вау. Ух ты. Ха. Блин. Хотел проскочить. Хотел проскочить тут на газу. На полном. Что было. Вот она. Вау. Жесть. О! Блин, ну что ты такой, а? Ей-ей-ей-ей, гони. О. Ай, блин. Лучше полететь. Тут надо было прыгать налево. Тоже обрыва. Забыл. Ох, охренеть. Нельзя останавливаться, нельзя. Во-первых, время, во-вторых, ты дикари сразу догоняют. А что ж такое, а? Так. Так, газу. Уа! Круто был. АНЗ круто был. Блин. Здесь сборище мутантов. Ну ты зомби, а не мутантов. Я уж тут, блин, некогда слова подбирать. Давай. Так, вот здесь вот аккуратненько. Оп. Так. Ой. Уа! Попласы. Так, где? Это была ошибка. Так, во, выбрался, здорово. Так, вот здесь не лохануться. Так, по-моему, сюда. Да черт возьми, а. Так, по-моему, так. Все ближе к цели. Бабах, карабах. Так, сюда. Так, минута 58, блин, по ходу дела не успеваю опять. Сюда, не помню. Не, здесь въезд. Там есть въезд, короче. Да пошли вы к черту, а? Зомборезы. Во-во-во-во, дорога. По-моему, сюда. Так, приближаюсь к этой станции. 2,5 минуты осталось. Не знаю, успею ли опять, не успею. Сколько попыток было, я уже немножко подустал. Так, по-моему, сюда где-то. Во-во-во-во. Тут надо залететь вот на эти. Блин, не получается у меня никогда залететь сразу. Во-во-во-во, давай. Нитро! Отлично. Бог с ним с навыками. Гоу. 2 минуты. Можно успеть. Там еще чувак где-то. О. Так. Ну так вот, раз. Ну, что такое? ЕПРСТ. Куда ты опять провалился? Идиотизм. Ну. Бля, еще не вылезешь сразу ведь, а? Что такое? Так, есть, я успел, надо же, блин, я уже думал, не успею, там завис в одном месте. Фу, найдите матерь.
Ёханый бабай, как говорится, я успел. Сколько было попыток, Я сам их не считал. Там просто я уже потом ездил, просто собирал болты, чтобы машину апгрейдить, отремонтировать, потому что все ломалось, блин. Потом сейчас у меня машина 5 уровня, все стоит, и 6 уровня подвеска. Ладно, все это не в тему, красивый вид, пошли искать матери. Так, скорее всего мне понадобится это, будут замки. Заходим. Войдите внутрь плотины. Опа, какой коридорчик загадочный. Последователи, найдите матерь, ищем. Holy shit. Твою мать, вот же дерьмо. Holy fucking shit. Hey, anybody there? Тебе брат? Brother? Brother? Опа, more нифига. Fighting. Во! More death. I can't let this happen again. I won't. Не может допустить? Это Where ты? Are the faceless? What, где бедняки? What's happening to me? Why do I hear your voice inside my head? Что делаешь-то? Children of the Sun, Kyle. They were nothing before the outbreak. Just a half-forgotten tradition. An old world faith long dead. Короче, мы близки к финалу, ребята. Посмотрим, что будет. Короче, мрачная картина, все безликие полубиты, мертвые лежат. Я устала слишком долго носила. Это титул матери. I thought their respect came simply because I was a colonel's wife. We had a good, cozy life. Офигеть, трупы, одни трупы. А куда мне идти? Так, видимо сюда. Вода. Канализация. О, какие-то газы, блин. My husband came to get me out. We didn't stand a chance against the horde. We were bitten. He bled to death in my arms. Ну, я так и думал, что это она, та женщина. Жена полковника. He didn't want to hurt me. I was dragged away by the relievers. They came for their mother. Аптечки неспроста здесь лежат, видимо, возможно пригодятся. Ну, давай. It took me a while to remember that my husband didn't smoke. I looked inside. There was a map, a key and a note with numbers. It led us here. Чего, человечки? Что за бред? The healthy ones tried to get the power back on. The rest of us went to look for medicine. Pointless. Странно, почему я их не вижу? Найдите матерь. Так, бегать я не могу, да вон, по-моему, она сидит. Вон там. Ага. Вон, красная. В красном костюме, в красном платье. We found a locked container. The numbers turned out to be a code. There were strange vials inside. The others looked to me. It could have held medicine. They could have held poison. I felt a seizure coming. I was about to turn, and I realized why else would my husband lead me here? I loved him. Trusted him. I remember a taste. Acrid. Bitter as blood. It might have been blood. Что, все, что ли? Повернись ко мне, страшила. I awoke. Down there. Surrounded by the remains of the people who had trusted me. It was because of the light. Someone finally turned the power back on. And the light brought me back. You see? Ох, какая ты красивая, однако. But drinking the liquid something else entirely. In the light, in the sun, my mind is my own. I'm filled with love you couldn't possibly imagine. But in the dark, my new nature dominates. Mindless, lethal.
In the dark, with cruel passion, I ripped my own children to pieces. But I swore to myself that I would become the mother they really deserve. And now, you have come, Kyle. And every sign tells me you're the one I've been waiting for. It's in the prophecy, Kyle. Then shall be revealed one man who, through an act of ultimate sacrifice, shall accept the mercy of the light. And the God of the Sun shall be revealed through him. And through him will he speak. I just need that medicine to save my friends. Look at my face. There is no medicine. You want mankind to become what I am? Listen to my voice. Beautiful evolution indeed. Minds and souls connected in a telepathic bond. How poetic. Look at me. And when the darkness comes, what then? More death, more killing. You can hide from others, but who will hide them from you? But we don't have to drink it with just the mist. It doesn't matter. Just listen. You've been breathing the mist. It will take longer, but you're already changing into a monster such as myself. No, wait. Listen. The army built a failsafe into their experiment. This entire region can be purified. The question is, are you ready to sacrifice thousands of lives, Kyle? Yours among them? Так, вот здесь предстоит нам выбрать, короче. Тут две концовки, насколько я знаю. Жертвоприношение, единственный выход. Черт, хорошо, слушай. И либо меня твои бредни не интересуют, просто отдай мне капсулы, и я уйду. Я, честно говоря, смотрел недавно вот две концовочки. В общем, я выбираю Ку, жертвоприношение. Кто хочет посмотреть концовочку вторую, Е. Я вам не буду рассказывать, чтобы вам было интересно. Можете просто на Ютубе найти. Набрать там все концовки Dying Light The Following и увидите. Короче, я выбираю Ку. So what, that's it? Игра окончена, чёрт. Game over. Что делать? Fuck. Fuck. All right. Fucking fuck. What do I do? Wake up the God of the Sun. Follow me, Kyle. Пробуди Бога Солнца. Пойдем, Кайл. Мы пошли одеваться. Ну чё? So the coming of your God means what, we all die? And the plague, it dies with us? It always meant that. Так и было задумано. И пройдет он вратами смерти, дабы дать миру новую жизнь. If it kills the plague, I mean, I guess it's worth it. This place doesn't look much like the gates of death to me, though. Это метафора. I was searching for proof, Kyle. For truth in our traditions. But Attila's death shattered my hopes. It was proof. What, that there are no miracles? What's a miracle anyway, Kyle? Becoming a sentient volatile? I'm nothing more than a monster. Becoming a hero during the apocalypse? You're just the right man in the right place. Ну, заходим, давай. So this is the failsafe. What do you need me for? The key I got from my husband worked, but the codes he gave me didn't. I know that's the only way. I just don't know how. Codes. Коды. Активируйте боеголовку. Короче, активирую ядерную боеголовку, и вся эта область зараженная, она просто очиститься от всех этих мутантов. Ну, естественно, я тоже погибну. Но мир, как говорится, уцелеет. А вторая концовочка, вернее, не концовка, второй вариант, скажем так. Короче, рано или поздно я сам превращусь в мутанта, потому что я уже вдыхал пары, как она, по крайней мере, утверждает. Не знаю, правда это на самом деле или неправда, но все может быть. И, короче, заражение продолжится. Люди будут заражаться новые и новые области и так далее и тому подобное. Так, активируйте. No, your husband. He had a failsafe too. He left the codes with Attila, so he could decide if he'd stay sane long enough to make a decision. Wait, you have the codes? Attila thought you'd be a better judge. I hope you'll judge me well then.
Let this madness end, Kyle. Please. Что, разум-то у него не помутненный, нормальный. 2, 5, 1, 9, 8, 6, 3. Страшилка. Emergency lock override accepted. Preparation of nuclear warheads in progress. Реакция пошла. 9, обратный отсчет. 7, 6, 5, 4, thank you, thank 3, you. 2, 1. Бо. И мягкий такой взрыв. Ты-ды-ды. Dying Light The Following. Вот и все, ребята. Это был финал. Напоминаю, это была одна из двух концовок. Вторую концовку можете найти в интернете, посмотреть, кому интересно. Пишите в комментариях, как вам эта игра. Мне лично, мне так и вообще отлично сделано. Молодцы. Создатели игры. Классно. Все классно сделано. Умеют же люди делать игры, правильно? В общем, не забывайте про комментарии, про лайки, про кнопочку поделиться обязательно этим видео в социальных сетях. С вами, как обычно, был Мурдерсан. До новых встреч, всем удачи и всем пока!